Вместо одной школ – две. Правда, чуть позже, чем планировали изначально. После общения Павла Конькова с министром образования и науки Ольгой Васильевой, исполнительной властью было принято решение возведения в регионе сразу двух общеобразовательных объектов – в поселке Савино и поселке Каменский Родниковского района. Вариант строительства двух школ параллельно наиболее оптимален для привлечения федеральных средств. Работы по обоим объектам начнутся в этом году на деньги, запланированные в областном бюджете. Это 130 миллионов рублей. Федеральные средства – удастся получить в 2018-м после завершения строительства. Я напомню, что строительство Савинской школы, его стоимость порядка 415 миллионов рублей, а Каменская школа 230 миллионов рублей. И если мы сегодня график составим строительство таким образом, чтобы начинать в этом году, а сдавать объекты уже в следующем, то на вот это вот мероприятие нам позволит привлечь более 500 миллионов средств федерального бюджета. Я поясню почему. Потому что в этом году сохранен процент софинансирования прежний, 30/70. А в следующем году этот процент для области будет снижен до 9%.